И всем привет, с вами Глеб, и сегодня в этом видеоролике я сменил себе фрукт. А именно, теперь у меня фул АВК пламя. И сегодня в этом видео я сражусь против ютубера. Вот у нас, ребят, тут скелетон, так что мы сегодня будем его убивать. Получится у меня или нет, я не знаю. Потому что на этом фрукте я еще не играл. Ну смотрите, скелетон вообще Bounty Hunter. У него 8,9 миллиона баунти. Ну, конечно, у меня чуть побольше, но я думаю, у него и все шансы. Так как мой мейн-фрукт это портал. Ну ладно, ребят, в принципе, не буду вас задерживать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также залетайте в мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Там проходят розыгрыши на фрукты, там вы сможете пообщаться вместе со мной. Ну и можете зайти в мой дискорд-сервер. Еще все ссылочки в описании, ну а мы переходим к видосику. Погнали! Давно хотел купить робокса, но не знаешь где. RBX Camp. Это лучший магазин робоксов для вас и ваших друзей. Здесь вы сможете купить робоксы по самому выгодному курсу. На этом сайте более 1000 отзывов. Моментальная доставка робоксов. А также самая низкая стоимость робоксов среди конкурентов. А также у них во ВКонтакте проходит очень много розыгрышей на много робоксов. Ну а также в Дискорде вы сможете буквально за один клик поучаствовать в розыгрышах. Нажав вот сюда вот, и все, я участвую. Покупайте робоксы только по моей ссылке в описании и закрепленном комментарии. Чтобы не навестись на мошенников. Так, ребят, вот скелетон, поздоровайся. Да, ребят, всем здорово, всем привет. Так, сегодня я должен с тобой ПВП. Ты готов? Ну, я тебя вынесу вообще на изи, потому что флейм, ну, это как бы самый неимбовый фрукт. Ну да. С рамблом. Ну, конечно, конечно, пошли. Ты нубик, у тебя всего 23 ляма баунти, у меня 9 лямов. Короче, если ты меня убьешь хотя бы... Ну, будет у нас, наверное, битвы 3. 4. Если ты меня убьешь, я даю тебе, ну, спирит. Нормально? О, неплохо. У меня вообще есть место для него. Ну вот, посмотри как раз. Так, спирит, спирит, нет, места нету. Тогда дам тебе Будду. Для Будды есть место. Есть место, отлично. Есть даже целых еще 3 места. Если что, ну, как бы, намёк небольшой. Не-не-не-не. Так, ну, я готов. С какого фрукта мне тебя попускать? Как думаешь, с рамбла или с теста? Я думаю, у тебя... Какое тесто? Ты чего? Без портальчика. Да не, я думаю, у тебя вообще не получится. Ну, хотя у меня комбо нету, я тебе сразу говорю. Или с льда, давай, что самое. Ну, давай, давай, попробуй. Лед против пламя. Давай, давай. Я думаю, отлично. Лед против пламя, да-да-да, согласен. Сейчас мне больше отъедется. Так, давай, я жду. Давай, все. Начинаем. 2, 1. И погнали. Сейчас будем разносить. Это будет сложно. Блин, интересно, конечно. Лед против огня. А, просто. Че, можно взять же все подряд, да? Да-да-да, конечно. Конечно, все подряд. Сейчас будет. Ой-ой-ой, а ты где? Я не попал, блин. Так. Нет. Опа, ну это вообще легко. Понятно. Ну, у меня, в принципе, шарк. Я таких ударов не боюсь, сразу говорю. Да, ну ладно. Так, ну нужно что-то сделать. Ну, а, просто домой. Понял, сейчас. Что ты такое вообще? Ну, видишь, ты не очень все хорошо, да? Я так понимаю. Да нет, у меня все вроде бы отлично, да. Я даже вроде так бы сказал. Да-да-да. Или нет? Нет, вроде все. Вроде бы или отлично. Все обалденно. Да. Да ну, нечестно. Я все равно. Ну, знаешь, я как-то немного не напрягаюсь. Да, конечно. Честно говоря. Давай, иди сюда. На, и просто полетела пушка. Да ну, я не попал. Подойди ко мне сюда, что ты там оффлайн? Да я шарк. Опа. Шарк, ну ладно. Ну, вот это моя стихия. Ой, ну все. Ну все, все, все. Да, конечно, 4, как же без него. Ну, это же будет сейчас тебе вообще жопа сейчас. Ты понимаешь это? Мне? Да. Что у меня ангел. А, как бы ангел, как бы ангел, ну, без вопросов. Ой. Ой-ой-ой. Что-то мне не понравилось такое. Жопа, жопа, да? Нормально. А ты собак, а у меня есть? А у меня хила нету, блин. Ну все. Так, у меня еще и Dark Blade взят. Так что, Dark Blade это вообще не ба. Донатный меч, ты ща. Уф, как хорошо просто. Блин, как я не попал. Так, нужно что-то сделать. Опа, домой просто. Где билка-то моя? У меня билка не регенится. А вот. Ой, а, ну поздно. Все, ну легко, 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 просто ничего. Чем мы будем продолжать С4 с тобой? Ну, 1-3, но... это еще начало только. Да нет, я думаю, это в принципе легкая каточка. Понял тебя. Ну, не-не-не, сейчас все будет еще, подожди. Я возьму один кое-какой другой крутой фрукт, и будет тебе ГГшечка. Так, мы продолжаем С4 или без? Ну, давай С4 продолжим, в принципе. Мне так будет намного поприятнее.
Ну да, конечно, без V4G не вывезешь. Да нет, конечно вывезу. Ну просто там КДК, короче. Ну давай, давай, давай. Ой. Ой, хорошо. Куда я кидаю свою вэшку? Я вообще не понимаю. Опа, домой просто. Не знаю, куда ты ее кидаешь? Так, нормально. Нормально, нормально. Вообще не тусую. Да? Ну ладно. Как самая лучшая раса. Для нубов. Но просто. Но, ну вообще легко, легко. Скелета не чувствую. Да, не чувствую, не чувствую. Ну конечно ты с шарком, шарком играет. Ну шарк, ну ты шарк. Много скилла нужно играть с шарком. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, неприятно. Ну что-то вообще, ну не знаю, мне лично приятно. Но, а мне неприятно. Ну легко, легко, ну. По 2-3. Мы, наверное, 2-3. До 5 будем, да? На 5, да? Ну, чтобы у меня шансы, да, да, так чисто. Да, чтобы у тебя шансы были. Давай КДК возьму, давай КДК возьму, и со льдом сейчас буду. Вот это будет сейчас разнос лютый. Да не, я думаю, тебе даже это не поможет. Так, все, полетели. Не, ну это просто такая легкая каточка. Давай, 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 так, сейчас все сделаем, подожди, до 5, да, значит, получается? Да, да, да. И вот 0 в мою, ничего, сейчас все сделаю. Сейчас все сделаю еще, подожди. Ой, я просто не в комбате. Ну, типа, а просто? Ну чё тут, на, просто. Так да, ну нормально даю. Ой, не где? Попал, не попал. Так, нормально. Вот так вот. Нет, неприятно. Чё это просто имба. Неприятно что-то как-то. Не, серьёзно, тебе скажу. А где? Я тебя не вижу, блин. Опа, на тебе ещё. Было неприятно тоже. Шарк, вижу быстрее, ты не вывезешь. Не, я не визанул, я не визанул, нет. Шарка не вывезешь. Ой, мисклик. На, просто. Блин, я думал, я успею прикинуть тебе цешку туда, в тебя. На, просто вот так взлетел. Не, так это вообще бомба. Бомба сюда. Ой. А как ты не оттолкнулся? Не, мне вообще легко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, помогите, шарк, пожалуйста, шарк, сюда, пожалуйста. Ух, как повезло просто. Ух, как повезло просто, в натуре. Не, ну это просто мега дамаг. Ты где, я тебя не вижу? Не вижу, не страшно. Твой бомж, ё-моё, бесит. Ой, шарк, пожалуйста. Шарк, пожалуйста, Да. Ай, понятно, шарк. Опа. Так. Да. Вот так делают, бам. Ну, вообще легко. Ну, понятно, короче. Ну, легко. На спаме завис. Какой спамер? Нет, так это реально имбовый фрукт. Ну да, есть такое. Я тебе давно говорил, что нужно флеймы вейпить. Ой, блин. Не, ну просто минус 5000 хп. Давай. Вот так вот, бам. Бам. Блин, ну что ты делаешь? Не спуститься, мне все тут бесит в огонь, боль убивает. Ничего не вижу тебя даже. Ай-яй-яй, тихо, больно. Так, что происходит? Ангел происходит. Воплоти, на. Я думаю, тебе даже это не поможет. Так. Ну. Сделаю. Подожди, ну я должен тебя убить. Умелка звонила. Произошли технические неполадки. Блять. Не, ну я победил, но ты видел, как я тебя уничтожил. Подожди, может какой-то другой выход схавать? Ну давай. Но тебе это не поможет. А, я думаю. Не, ну честно, флейм такой прям. Погнали, я съем вот этот фрукт. Давай. Нет, вообще легко. Сейчас у тебя мел 4 попадет. Понял тебя. Так, все, полетели. Тише. Давай, погнали. Давай, 3, 2, 1, let's go. Просто дай, let's go. Вот так. Опа, домой, просто. Почему? Что? Как типа вся... Пропали. Не, ну вообще легко. Ай. Ой-ой-ой. Ты где? Я в воздухе.
Что ты делаешь в воздухе? Я ангел. Ты ангел? Да ну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что это? Что это? Что это? А у кого молоко? Помогите! Помогите, помоги. Смотри. Да нет, на самом деле прикольно, прям имба. Как такой. Ай, вот это не имба. Ой. О, пипец, я, конечно, крутой. Ой, а как так? А как так? Я тебя понял, заскамил меня, значит, да? Да, да, да. Ой, а как так? Как так? Ой, а как так? Как так? Нет, не надо, ты чё? Я же пошутил. Я же пошутил, ты где? Я тебя не вижу, блин. Ой, ну всё легко. Ну я предлагаю вот так, последний заключительный. Последний, да, самый легкий, такой самый. Бомбы сделаю люто на тебя. Давай, давай. Ай. Да это было не вперед. Я не знаю, что нужно было. Ну ладно. Ой-ой-ой. Не помешает мне. Где? Ну, вот я не хочу. Нас. Да блин, неприятно. Нормально, нормально. А, я еще и в Икс не зашел. Ну это ты прям вообще. Ой, вообще. Что это такое? Боже, пофиксите Godhuman, чтобы он волю пробивал хотя бы. Давайте попробую убивать, ладно. Я не получится это сделать. Ой, ну это бам. Это бам. Ой. Понял. Ну все, проиграл. Я прошу реванш. С другим фруктом. А, вместе леопард. Нет. Просто реванш. Давай, сейчас все будет. Да, 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 именно так. Ну я не мечник, тебе это не поможет. Пошли. Грохот. У тебя да? В4 сколько? У меня все. А, ну сейчас ждем. Нет, ну стойка ангела В4 самая красивая, чекай. Ууу, скелетон просто летает. Ну баним? Надо да. Баним, смотрите, он тут летает. Давай, и чего у тебя там? Долго еще? Половина. Смотри, у меня тоже неплохая стойка. Ну фигня, 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 давай, иди туда. Да смысл? Ну ты проиграешь. Сейчас унизимся, подожди, сейчас все будет. Сейчас проиграешь, проиграешь. Сейчас унизим, говорю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творит? Что творить? Ну, главное, хочешь сделать? Ну, только не получается это сделать. Не, ну нормально. Не попадешь, не попадешь, все. А как мне тебя более пробить? А, вот, вот все, вот так. Ой, было неприятно. На, в ответ просто. Давай, давай, давай. Ну, я думаю, тут реально без шансов. Ну, тебе шанс сейчас будет. Ой, я промазал. Да блин. Я расколбасил просто, жесть как. Жесть как расколбасил, но... Пошатало. Пьец вообще не попадает. ХП мало. Ой, вы 4, вы 4, вы 4. Бить нечем было. Что? Почему? А где моя В4? А вот она. А я тебя убил? Нет. Уверен? Да. Уверен. А если так? Ты что, я выбрать не мог? Ну все, победа. Непонятно все с тобой. Ой! Сюда, вот так. Сейчас разнесем, поговорим еще. Сколько тебе там похоже? Ой, блин. Ладно. Ну ладно, ладно. 3 стрелка было. Спасло, спасло, спасло. Но на этом моменте наш видеоролик подходит к концу, так что обязательно, кто досмотрел до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также можете подписаться на Скелетона, да, ссылочка в описании, да. А также пишите в комментарии, как вы думаете, с кем мне дальше можно пойти пвпшиться, а то скелетончик какой-то там нубик проиграл меня очень сильно. Ну ты слышишь, с В4 шарком играет, не говоришь, я нубик, ну да. Ну блин, ну шарк тоже что-то неплохо. Ну шарк так чисто для тех, кто боится проиграть. Нет, нифига, любого шарка выиграю. Вот сколько раз ты был у меня на грани, получается? Ой, блин. Ладно, ребят, все. Так что. Все, получается, на этом видео подходит к концу. Все ставим лайкосики, подписываемся на каналчики, колокольчики, комментики, дискорды заходим, телеграмчики заходим. Ссылочка на телеграм Глеба будет в описании. Да. Где же еще? Там спойлеры. Конкурсы на фруктики есть у него, кстати говоря. У меня тоже, кстати, есть. Так, ну, получается, все. Смотри, другие видосики Глебчика тоже. Мои тоже можно. Ну и всем удачи, и всем. Пока-пока.